Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы находимся на ЖК семейном, квартира 41 квадратный метр. Это ту квартиру, как раз которую все ждали. Вот. Собственник здесь Михаил. Вот. И что я хотел бы сразу сказать, потому что мне проще будет говорить Михаил. Вот. Мы с Михаилом два дня просто друг другу вынесли мозг. Он говорит так, я с этим не согласен, потом он звонит мне, он не согласен, потом звоню ему я, опять говорю, не согласен. И вот с этим несогласием мы начали сегодня первый день рабочий. Вот. Он еще не получал отчеты, когда он получит отчет, он, мягко говоря, наверное, офигеет. Потому что буквально ребята меня сейчас поразили просто качеством исполнения работы и скоростью. Обратите внимание, что вот все, что вы сейчас видите, это сделано сегодня с утра. То есть вот это с утра пришли ребята и делают сейчас свою работу. Причем делают они ее качественно, очень быстро. Ну да, да, это швы от застройщика. Но ты знаешь, это ошибочное мнение насчет того, что нужно замазывать швы. На самом деле штукатурка будет держаться лучше, если швы не заполнять до конца. И звукоизоляция лучше, если она не замазанная. Знаешь почему? Потому что, обрати внимание, если в шлакоблоке есть три воздушных клапана, такой видел? Всегда, он пустотелый. Нет, я понимаю, вот. Я знаю, как делают звукоизоляцию, что делают слой, потом пустой слой, потом слой. Слоями, именно. Да. И вот воздух, он как раз за счет воздуха гасится. Вот это. Поэтому пеноблок, кстати, он ячеистый. Он как раз, почему у него даже шумоизоляция лучше, чем у керамзита блока? За счет воздуха, за счет своего состава пенообразователя. Ну вот, так, давайте первое, что мы сделаем, это, наверное, может быть, покажем чертежик, да? Слушай, хорошо, ребята прям молодцы, у них все чистенько, аккуратненько, это при том, что, ну... Вот так вот был конечный сделан чертеж, то есть на куске фанеры. Мы сейчас находимся вот здесь, было еще вот такое принято решение для сделать нишу, но потом переиграли. Размер спальни 2500, размер санузла 2200 на 2500. Вот, этот санузел, конечно, маловат, объясню сейчас почему. Вот, мне нужно было 2800, то есть мне надо было чуть-чуть сделать больше, для того, чтобы у меня влезло все. И в спальне я бы сделал тоже 2800, для того, чтобы когда станет здесь кровать, чтобы до шторы, от шторы до этого был хотя бы хоть какой-то проход. Вот, теперь давайте я сейчас расскажу про санузел. Смотрите, в санузле, во-первых, вроде как бы место есть для хорошей душкабины, но если мы делаем хорошую душкабину хотя бы метр на метр, мы залазим на окно. А так как душевое ограждение 2 метра, значит окно вы уже не откроете. Это первый нюанс, который всех, ну, скажем так, будет... Вот это окно теперь вообще не радостно, значит нужно душевое ограждение, ну, поискать, может быть найти меньше. Вот, то есть чтобы высота не была максимально вот такая, либо на заказ как-то сделать, либо еще что-то. То есть, ну, проблема вроде как решаемая. Дальше, если бы вот эта стена отодвинулась бы чуть-чуть дальше, то тогда было бы чуть проще. Если здесь поставить, например, ванну, то... При установке унитаза, в принципе, маловато места, но жить можно. Здесь мы разместили стиралку, здесь будет умывальник. В этой стороне будет шкафчик и бойлер, скорее всего. Вот. Но когда станет здесь, или здесь, по-моему, стиралка нет, или здесь умывальник, не помню. Мы, короче, столько раз все это обсуждали и столько раз все это... Просто мозг
уже отказывался у нас вообще что-либо понимать. И мы сейчас это. То есть вот это расстояние сейчас где-то около 50 сантиметров. Если поставить наличник, то останется 40. Но если не ставить наличник, а допустим можно будет поставить из плитки откос внутри или поставить двери со скрытым монтажом, допустим, то эту проблему можно решить. И в принципе, ну, получится неплохо. Так, с санузлом закончили. Еще раз, он у нас 2,5 на 2,20. Так, эту стеночку нарастили для того, чтобы здесь сделать какую-то прихожку. Вот, тем самым мы увеличили размер самой кухни. То есть на 60 сантиметров кухню теперь можно сделать длиннее. Котел можно перенести по старой схеме туда подальше к стене. И в принципе здесь также сделать плиту, мойку и все остальное. Так что здесь просто была идея большой кухни-гостиной. Внедрили мы дверка. Сделали специально нишу для того, чтобы дверку можно было открывать. Ну и соответственно она не мешала. Вот. То есть вот таким образом можно спокойно открывать дверку. И получается вот эту часть можно использовать для дивана. Один диван можно сюда, второй диван можно сюда. Нам останется только сделать чуть-чуть другие этапы. И все получится. Так, спальня. В общем, мы сюда заходим, но кровать будет становиться вот здесь. Соответственно, кровать при 2 метрах. Вот, кстати, вот 2 отметки. Это я специально рисовал заказчику для того, чтобы первая отметка это край кровати. Вот, это не учитывая то, что у кровати есть еще свои какие-то, ну, параметры. То есть она может быть чуть больше. Поэтому вот это край кровати. Вот это край шторы. Край шторы нам задает вот это открывание на проветривание. И плюс еще 11 сантиметров там мы берем для установки карниза, чтобы шторы. То есть, грубо говоря, пройти вот здесь будет очень сложно. Так что имейте в виду, что, ну, сложно. То есть пройти туда, допустим, открыть окно будет немножко сложновато. Но тем не менее, как говорится, хозяин барин. Мы все-таки, ну, спустя какое-то время мы все-таки смогли найти какой-то общий процесс, вот, да, в котором мы уже теперь участвуем уже в полном смысле. Так что, ребята, обратите внимание, уже сделали себе освещение, лампочки поставили хорошие, не экономим. Маляры потом нам спасибо 20 раз скажут за то, что у нас хорошие лампы освещения. То есть вот оно. То есть неужели, как вы думаете, собственник купит такие лампочки? Да нифига он не купит. Он купит маленькие максимум светодиодные, там, которые 150 или там 200 ватт. Вот. А так у нас при пасмурной погоде, в самом темном месте, типа санузла или еще что-то, у нас, да, мы как днем. Вот. Так что вот такие вот у нас ребята молодцы. Ну, что могу сказать, только выписать премию, все. Так что, лично от меня по 500 рублей бонусов. Вот, и еще, курить строго запрещено. Строго запрещено. Имейте в виду, уже вижу, один бычок есть. Не знаю, кто курил, но я его уже увидел. А за каждый бычок отвечать ты будешь, а не они. Понял? Все. Так что, друзья, в общем, спасибо за внимание. Квартира 41 квадратный метр, ЖК семейный. Первый рабочий день. С чего нужно начинать как раз планировку? Это с установки блоков без клея. Потом вырастают вот такие вот. И только потом мы делаем чертежи. Так что, кстати, давай легкое фото.
для того, чтобы вот это фото у нас есть. Это размеры площадей, может быть, кому-то понадобится. Вот. То есть тот, кто остановит и может, по крайней мере, посмотреть. Так что, друзья, смотрите, комментируйте, ставьте лайки. Кто еще не подписался, подписывайтесь на канал. В общем, что, всего доброго, пока-пока.